Очень странное дерево с очень странными плодами. Это гранат. Вон, видишь, какие гранатики? Ух ты, Мира! Это же гранат! Гранат в дереве? Да, вот гранат! Я узнал, что это. Видишь, это гранат. С такими красивыми листиками. Класс? Пошлите. Пошлите. Вот попробую, они такие вот, ну, пощупай их, они вот плотные. Сами цветочки вот эти. Да потому что они уже завязи. Завязи? Ну конечно, вот он, видишь? Вот ну да, а там он побольше. Красивый. Это можжевельниковое дерево или куст? А что у него, иголочки? Не знаю. А это что? Листики? Это другое дерево, это хвойное. Это хвойное, а это лиственное. А, вон оно как. Натуралист. А скажи-ка нам, рыбачка Кира, очень хочется накормить котиков сегодня. Ты уже ловишь в закате. Обычно в такое время ты ешь хычин и бросаешь камни. Но в этот раз надо... Мы сварим целую тарелку. Да. Вкусного супа? Да. Будешь уху есть? Да. Я уху не пробовать. Пробовать будешь? Мама, она будет пробовать уху. Из той рыбы, которую наловила сегодня? Ага. А котикам вот, дашь? Смотри. Да. А котикам дашь? Да. Да? А котики уху едят? Да. Где тут твой улов? Но этот раз покрупнее, да? Она прыгает, папа, сильно. Не выпрыгнет. У тебя там не сливало еще? Нет. Мама, заряжай. Ну, заряжай, учись. У нас тут семейный подряд. Да, мама? Семейный заряд. Ну, расскажи нам, как она клюет? Большая, да? Краба большого видела? Да. Может, мама достанет краба еще в уху кинет? Нет, он глубоко. Там краб по-прежнему был большой, такой в ладони. Я знаю. Большой вот такой вот. Угу. А второй вот такой был. Да? Да. Может, слазишь? Я? Да. Селедки, поплыли селедки. Вон, рыба проплыла. Смотрите. Да. Рыба твоя клюет. Они клювали. Нравится рыбачить? Клювали. А? Там еще есть. Говорю, рыбачить нравится? Да. Кто-то для котиков ловила, теперь для себя, да? Уху очень хочешь? Бабушке сделаем уху, наловишь бабушке рыбу. Так что, котикам или уху? Котикам. Передумала уху делать, да? Котикам. Ну ладно, котикам так котикам. Они потом нам могут жизнь спасти. Котики? Да. Точно. Неси свой улов. Давай вверх поднимайся.